Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на обитателей этого большого вольера. Здесь, как вы помните, раньше жили жирафы, красавица леди. А сейчас вот зебры, прибывшие сюда из Аскания, нового заповедника с Херсонской области. В количестве трех особей. И сейчас уже, друзья, подъехала новая партия. Как вы уже многие знаете, еще 7 молодых зебр прибыло в парк Львов Тайган. Так что вот теперь уже 10 полосатых этих животных, очень таких красивых, которых приятно смотреть, за которыми приятно наблюдать. И в парке Львов Тайган на примере вот этих трех мы видим, что они быстро освоились, адаптировались и уже вовсю принимают вкусняшки. Одна вот, видите, вот эта молоденькая, а одна зебра уже вот с таким хорошим животиком. То есть скоро будет и первое пополнение у зебр в парке Львов Тайган. И вообще Олег Алексеевич Зубков планирует, что зебры будут табуном большим жить в большом новом вольере, который специально для них готовится. И все-таки он планирует, что они будут жить вместе с жирафами. Проводит он определенную работу, чтобы жирафы все-таки появились в Тайгане, потому что те, кто давно следит за новостями из Тайгана, знают, что была, значит, большая партия заказана Олегом Зубковым из зарубежья дальнего, чтобы в парк завести жирафов. Но тогда, к сожалению, началась пандемия, так называемая, коронавируса, и начали запреты всевозможные, карантины. Помните, как тогда сложно было перемещаться даже людям, не говоря уже за животных. И вот тогда, значит, жирафы застряли где-то, потом они оказались в Армении. Олег Алексеевич туда летал, тоже пытался сдвинуть этот вопрос с мертвой точки зрения. Потом там было видео, где ему даже намекали насчет того, что нужна взятка. Ну и, в общем, все это вот так заглохло, к сожалению, огромного, потому что проделана была большая работа, большие, соответственно, и финансовые вложения в это все, и безуспешно. Но мы знаем, что Олега Алексеевича Зубкова просто так не остановить, если он вознамерился что-то сделать. И к своей цели он идет уверенно и целенаправленно. Поэтому наверняка все-таки жирафы появятся в парке Львов Тайган. И мы их увидим в вольере вместе с зебрами. Кстати, в Африке они частенько и соседствуют в саванне вместе с зебрами. И друг другу помогают, когда случается опасность, потому что жирафы видят, как говорится, дальше зебр, ну и зебры тоже со своей стороны оказывают соответствующую помощь жирафам, поэтому их тандем довольно-таки успешный в саванне. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, всем мира и добра, пока-пока!